Добрый день, меня зовут Селезнева Татьяна. Я была модератором на этой сессии. Мы сегодня говорили про рынок байера, про запросы байеров, про то, что актуально и важно, и ценно как для байеров, так и для производителей, и дистрибьюторов. И, в общем, это такая тема была интересная. Моими оппонентами были 4 потрясающих спикера. И я могу сказать, что они профессионалы в своей нише, и поэтому дискуссия получилась очень интересная. И могу сказать, что все говорили очень свободно, расслабленно, и при этом поднимали очень серьезные вопросы, которые очень важны и байерам, и ритейлерам. И, в общем, говорили действительно, как сказала Екатерина, о наболевшем. И это очень ценно, потому что только так приходит решение вот в таком диалоге. Ценность этой выставки огромна. Она, во-первых, дает... Во-первых, здесь потрясающая атмосфера. Вот эта энергетика выставки, она очень сильная и очень мощная. И выставка дает, помимо того, что здесь осуществляются практические задачи, люди пишут заказы, люди тренируют насмотренность и понимают, что будет в тренде через полгода. И вот эта устремленность в будущее, и эта энергетика дает определенный заряд на весь сезон. То есть мы с этим зарядом движемся потом полгода до следующей выставки. Так что спасибо большое организаторам и спасибо тем, кто меня пригласил на эту сессию. С удовольствием приму участие в следующих сессиях.